телепортируемся в больницу. Я Леонардо, а он Рафаэль. Помогите, зомби! Зомби, помогите! Владос, это ты? Влад! Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Серегу наконец-таки выписывают, пришли его встречать. Да. Выходи! Выходи! К вашей Сережке это, того. Что? Не успели одну болезнь вылечить, у него вторая лечится. Так что все, продлеваем больничный. Понятно. И вообще у нас сейчас тихий час. И всем привет, меня зовут Влада4. Продлили срок. И мы с Кобяковым решили, сегодня будем проносить сладости ему в больницу. Способов, как пронести сладости в больницу. Будут классные эмоции, обалденный образ. Галя на регистрации. Кобяков. С чего начнем? Так, нужно Серегу спасти. Угу. А кто спасает? Врачи, скорая помощь. Так, ну это в реальной жизни. Ангел-хранитель? Да. Мы будем его ангелами-хранителями? Да. Здравствуйте. Здрасте. Святые угодники. Еще один шанс, а? У меня столько планов в жизни. Сережа? Так он же вообще жизни не видел. Мы его друзья театрального кружка. Вы других костюмов не нашли? Ходите мне тут по больнице. Побойтесь бога, какие сладости. Ладно. Фу, да тут хотя бы ангелы. Сереженька. А я думал, меня смогут вылечить. Это ж мы. Это мы, Кобяков. Держи, ешь. Бублики. Решили тебя без сладостей не бросать. Пронести тебе вкусненького. Спасибо. Влад, гру на телефон, а то я от скуки умру здесь. Все, я погнал, а ты развлекайся. Чего бы еще придумать? Кобяков, накидывай. Шайбу отъел, скоро можно будет в хоккей играть. Кобяков, слушай. Делать шайбу. Мы переоденемся в хоккеистов. Хорошая идея, пошли переодеваться. Держите Галю семеро. Это подарочек. Спасибо. На грани фола держишься, мальчишка. Уже без зубов. Ты что, сладостей много ел? Да не, какие сладости? Мы же спортсмены. Без овертаймов. Помоложе, сейчас бы с ними убежала. Когда ты там оклемаешься? Да, пацаны, сейчас, сейчас, скоро. О, понимаю, пацаны. А, я перепутал обычную, да. Вот. Когда Серегу уже из больницы выпустят? Или, может быть, я гадалка? Откуда я знаю? Мы переоденемся в гадалку и пройдем. Гадаем ей что-нибудь. Ой, Ромалы. Ой, скружили голову. А кому такие заводные? А вы правда гадать умеете? Умеем. Второй муж будет. А с первым что? Витьку вам в табор. А ну пошли вон. Соседки не дала. Вам тем более. Помогите, зомби. Зомби, помогите. Босса, пронести сладости к Сереге. Пался. Вся жизнь перед глазами пронеслась. Там убежит, а мы спокойно пронесем все в палату. Погнали, сделаем из себя зомби. Погнали. Ребята, вы чего? Травматология на этаж ниже. Чумазая, где бахилы? Пустите. Пустите. Для начала... Бахилы наденьте. Бедолаги покусанные. Это что же за посетители такие? За 25 лет работы пускать таких не стоило. Ну, стало как-то стрёмно. О, пацаны, привет. Слышал, как вас там тетя Галя отчитывала. Ну и ладно. Вроде это не заказывал. Ты давай пей. Чумазый, натопчите здесь. Неблагодарный. Падайте, добра! Кобяков! Заклинание отрабатываю. Гарри Поттер недоделанный. Видел вообще, из чего эта палочка сделана? Маршмеллоу. Да ну нафиг. Реально? Такую же и телепортируемся в больницу. Вы кто? Я великий маг, бумага белый. Пришли навестить серого. Взрослую женщину в молодую принцессу. Такие свершения я не способен. Палочка-то сломана. Ладно. У тебя и шляпа не стоит, кстати. Да, опять. Четвертая палата, приезжайте. Ну я тут подготовил список. Кола, кислые. А вы слышали, что появился новый вирус на ютубе? То люди зараженные не могут подписаться на канал. Проверяйте, подхватили вы эту заразу или нет. Нажимайте на красную, значит вы абсолютно здоровы. Все, быстрее проверяем внизу. На счет три поднимай. Раз, два, три. Гигантская шоколадная трубочка. Понишь, ты бы ее за день съел. Да, тоже правда. Так, лесорубы, стоять! Сейчас щелкну. А что такое? Сфоткать вас надо. Ты чем? О. Так, тетя, отойдите. Какая тебе тетя, дядя? Вы не думали попробовать себя в роли звезды так? Что-то вы мне слишком много комплиментов вешаете. Двухметровую шаурму в кинотеатр пронесли. Ну и сейчас мы это и проверим. Что это у вас, бревно, да? Съедобно? Мы это... Сколько раз повторяла, никаких сладостей. Никого со сладким не пропустила. Владос, это ты? Влад. И отличный способ пронести сладости. Да такого же нету. Ну что-нибудь придумай. Помоги сладости засунуть. Так. Давай, под мыху. Давай. Ты что? Страшно. Пойдем за моим костюмом. Вставай.
Вы кто такие? Мы друзья Сереги Антонова. Так обгореть? Он вообще-то не обгорел. Это мумия. Ей 10 тысяч лет. Это ваша ровесница. Слышишь, ты чё? Что это у тебя тут на груди? Тутанхамоны, они здесь, сладости. Я ж вам сказал... Этот Антонов! Хватит просиживать штаны! Ты чего? Нападать собрался. Кобяков находится в окружении врага. Сыгра косички. Не бросаем, поэтому вперед! Надеюсь, пленных вы берете. Позвольте вас, о дама, славить. Прелестным ножкам мы припасть готовы. Мы в перерыве между битвами приехали проведать... На особой диете. Бессладостной. Сладкий голосок. О, чертяка! Молодежь, давай, напиши мне. Это сражение... Твоим голодом. Спасибо. Это что, сыр косичка? Верно. Это на десерт. И вам не голодать. Веер, где ты его взял? Как где? В Японии. Привез. Из Японии. Веер, переоденемся в гейшу и самурая. Кто такой гейша? Это такой воин. Раз воин, тогда ладно. Это женщина. Кобяков, тише. Так, Кобяков, я сейчас достану меч. Конничуа. Японский бог. Девочка. Я не девочка. Кто? Кто вы такие? Мы гейша и самурай. Приготовили для него хоку. Кого? Отпадают лепестки махровой сакуры. Аромат человеку. Ну если это стихи, то я глава хока. Показать вам, что такое настоящие стихи. Убежать быстро. С тобой вдали, где любовь? Красиво, красиво. Спасибо. Ладно, это вы там суши не проносите, 5 глисты будут. Нет, не проносим. Я вот тоже гейшей была, когда молодая была. Конечно. Вау, как вы круто прикрепили. Так я говорю спасибо большое по-японски. Владос, Владос, вставай. У тебя костюм. Будешь крысой? Принесу костюм. Сказал, что я Донателлой буду, а я Леонардо, синий. Знаете, какого цвета Донателло? Напишите в комментах. Чё за покемоны такие у нас? Я Леонардо, а он Рафаэль. Во-первых, не воняет, а пах. Фигня ваши эти черепашки-ниндзя. Квины вот эти, что там ходят все время. Чао, понимаю, ну смешные у меня ребята. Чао. Ой, они тут ходят, геройствуют. Серега, салют, это мы. Да посмотри, какие хитрые. Аппетита. А вы не будете? Не, мы на утренних поехали. Любит билетера. Психологический портрет медсестры. Слабые места. И как? Получается? Так, не так. Блокнот. Да Кобяков, не тупи. Потом передадим Сереге эту ценную информацию. Ведем оперативную съемку сегодня в больнице. Идем допрашивать подозреваемого. Любое слово может использоваться против вас в суде. Надо сделать, чтобы на ютубе там все хорошо было. Которые это будут смотреть. Поставили лайк. Палец вверх. Знак одобрения. Ставьте лайк. Очень мне нужно. Ну, может, поможет. Посмотрим. Галина. 42 года. Витя, да. Пьет. Пьет. Что пьет? Воду. Больше информации про Сергея. Вот это. Как можете охарактеризовать данного пациента? Позитивный. Гость у него, конечно, странный. Любопытно. Ну, друзья у всех разные бывают. Еще я заметила, что он еду ворует. Надо, идите арестовывать его. Пойдем, проверим. Поняла. Куда-то в лес. Сережа, Сережа. Галя нас начинает подозревать. Так, вот эту страничку. Ваш, а я думал, бумагу придется есть. Сажай улики и до скорой встречи. Где ты бродишь? Я что, один должен думать? Не получается. Ну смотри, одна голова хорошо. Две лучше, а три это уже Змей Горыныч. Нет, я Змей Горыныч. Нет, я. Меня украсть не получится, у вас подъемной силы не хватит. Третья голова, потому что я отвечаю за ум. Ты жирная. Ой, Сереге не хватает. Извините, швабра. Ой, Сереге не хватает. На 25 лет никто не называл. Ферезада. Ничего себе у тебя костюмчик. Костюмчик есть, но его нужно заслужить. Ладно, целую перстень и сделаю... Тащи костюм. Че, помечтать нельзя уже? Да. Какие ковры на вас, хлопцы? С востока. И прилетели к Сережке. Так, поуважительней, пожалуйста. Султанов много жен? Правда, вот у меня 15. Деньги иметь, чтобы 15 жен прокормить. Спешим к Сережке. Так, идем. Султан, это сладости какие-нибудь есть? Не-не-не. Проходите к своему Антонову. Тоже хочу султаном стать. Так целуй перстень. Тихо, ну ты грязнуля. Все, постираем. В смысле? Две розы среди больничных тряпок. Тяжело одеяло в пододеяльник одной заправлять. У меня Витька еле достал с этого пододеяльника. Ладно, пойдем, а то у нас еще 10 палат впереди. А с мальчиками в кино ходить. Спасибо. С ним познакомиться. Ой, какой красивый. У меня тут ограбление банка идет. Серега, чипсы принесли. Давай быстро. Если что, ты описался. Откуда ты знаешь? Думай. Ты что происходит? Надеваемся под родеров, цепляем сладости. Рэп слушал. Да нормально, прокатит, пойдем. Ну-ка тишина. Я так как играю. Только панк-рок. Че, поорать не могу. Тону, малая.
Еще раз меня малой назовешь? Нас било! Ладно, 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 извините. Панки называется. Чокнутый. А что это у тебя тут на спине? Не дергайся. А ну-ка, дайте-ка я попробую. Череп, да? Пошел вон. Ты тоже, что ты стал? Даже я сама глазом фанту открывала. Понравились наши способы? Поставьте лайк. И спасибо за просмотр. Пока!